Вот часто приходят нам люди, Dažnai ateina žmonės pas mus, которые не совсем еще знают, не visai dar нужно tiksliai žinojim, ar jiem reikalingas dvasinis ištiesinimas, ar nereikia. Я хочу вам сейчас наглядно показать, kad kiekvienam необходимо духовное выравнивание. Būtinas dvasinis ištiesinimas. Во-первых, всем известно, что к позвоночнику все относится. Žinoma, kad visi žino, kad visi žmogaus kūno organai, visos vidinės sistemos susijusios ir funkcijos susijusios su žmogaus stuburu. Головной мозг, соединенный со спинным мозгом. Smegenys sujungtos su stuburo smegenimis. Посылает постоянную информацию. Ir siunčia pastovią informaciją. Которую вы принимаете, присматриваясь приимате, к миру. И пасаули. Передаются информации через разговоры, которые вы ведете, информации, которые вы слышите, все, что вы мыслите, visa, tai, мастате, что вы чувствуете, какие jaučiate, у вас эмоции возникают, в зависимости от обстоятельств, какие создаются в жизни, информации, они как электрические импульсы, оседают в клетках мозга, и передаются по электрическим каналам. Эта информация электроканалы столю и ротардовдова. Нервные каналы ставлю толю по организму. Также существует, кроме нервных каналов, существуют еще другие каналы. Это каналы меня, меридианы, которые спрейна гивибишкой энергия, да. Ты вадинами меридианы. Йога немножко практиковала, еще более йога. Тонкие каналы, знают, которые называются нади, и нади, это тонкие каналы. Субтилесню, да. Смолькесню каналу, который протекает там, которая энергия, по энергетике, это очень-очень... сильный канал, по которому savo энергетика yra labai stiprus kanalas, kuriuo iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų kyla gyvybinė energija, vadinama индийского переведённая кундалини. Кундалини. Кундалинийос ар кундо йога. Видите, снизу вверх поднимается, из апачос вниз, в виршу и из виршаус į апачią. Проходит от головы до пальцев. Если каналы защемленные, блокированные, каналы блокуоти, то, конечно, успусти, жизненная энергия, гивибинė энергия застаивается там, устрига. И появляется расстройство. Taip atsiranda kūne sutrikimai, trikčiai. Диагностизируется болезнь. O gydytojai diagnozuoja ligą. Не существует. Ligų, kaip patokių, jos neegzistuoja. Egzistuoja боли, tik tai išsiderinimui, trukdžiai, при каждом заболевании, при kiekvienos ligos, заболеванием, наклейки, имена. Kiekvienai lygai buvo prilipdytas ir etiketė. Эти имена действительные. Tai yra tikri vardai. Это разговор медицинский, tai yra medikų kalba. В народном простом общении люди говорят, тут žmonės tarpusavį bendraudami kalba paprastai, sako, ten tempia, ar ten skauda, ar вот ten обращаем duria. Наше внимание, mes ir kreipiam dėmesį seanso metu rajonai vašego visus tuos vietas, kūno vietas, kur tempia, kur duria, ar kur paskauda. Да. Почему вообще происходит расстройство? Kodėl iš vis atsiranda tokie? Во-первых, потому что по природе ваше тело оно формировано асимметрично. Потому что jūsų kūnas iš natūros jau yra susiformavęs асимметрично. Каждый знает, какие у него мускулы накоплены с правой стороны. Vienas iš jūsų žinote, kuri pusė, kairė ar dešinė, yra stipriai užreikšta, yra daugiau raumenų masės. Atkreipdami dėmesį į savo veidą, jūs turbūt ir nebesistebite, kad kai matote, kad viena veido pusė yra pilnesnė arba platesnė, nosis nėra tiesi. Плечо выше, moteris sakė irgi, kad petys aukščiau, petys žemiau, viena krūtinės pusė aukščiau, kita žemiau, ranka ilgesnė, trumpesnė, бедра
одно бедро дубо, шире, другое уже, платесне, ребра, если вы чувствуете, одна сторона выше, другая ниже, потому что трудная беременность. Первая нештуба савайте. Уже видно позвоночник отчетливо, наглядный себя проявил. Jau matote stipriai išreikštą stuburą, atskleistą nervų sistemą. Bet ar nėra nei nervų sistemos, nei širdies, nei plaučių, nei inkstų. Kišečnik. Ir žarnyno dar nėra. Nesuzdanai, zarodišai žuvūt, pitajas krovio materiją. Gemolas gyvena, mistamas motinas krovio. И неизвестно почему, откуда создавшийся феномен, что мозговые полушария, это только у человеческих зародышев формируются, только у человеческих зародышев. Поэтому каждый человек с рождения асимметрично. Асиметрішкай išsivystęs, matyti iš veido, po grūdį, po plečiam, iš krūtinės lastos, matyti pečių ir krūtinės kaulų, netgi rankų apimtį galima matuoti. Pavyzdžiui, į stadiją, matote įvairias embriono vystymosi stadijas, gimstant kūdikiui, проведя линию посередине, видно, одна сторона шире, другая уже. Видури, матоте, как одна пустина платесня, кита сильнесня, акис и раскиртинго, скиртинго захимтес, глубине находится, и так вот скиртинго гило, носовая перегородка, носия стартвора, поздравили вайку и ракрива, так как мозговые полушария, они, как смегену пустротолей, разные по объему, по весу, по энергетической активности, то и голова наклонена в сторону. Потому что голова покрепится из шона, або и кайра, або и дешня. Челюсть съезжает в сторону. Голова крепит в одну или в другую пусе, так крепится в ее апатинный жандиколис. Поэтому вы всю жизнь крамбидами крамбите в одну пусе интенсивнее, не в другую. Кривые. Тодел. И дантис вот зубы связаны с позвоночником. Искривленный позвоночник. Тай сусия со стубором. Криво стуборос. Криво. Тай и дантис ауга кривый. Если голова наклонена в сторону, автоматически идет, один мускул тянет другой мускул, еще поднимается вверх. И оно не опускается. Ir nebenusileidžia, ir nėra jokios metodikos, nėra jokio būdo, kurio būtų galima nuo gimimo kreivus pečius, taip pat ir mentės iškeisti. Todėl, kad žmoguje yra vnutrenėje napriženėje. Ir vidinės įtampos. Эти напряжения созданы от душевного непокоя. Но сielos нерамибес. Да. Почему же существует такой душевный непокой? Ишкуртей циранда. Потому что ваша душа, она бессмертная. Тогда как юсу сiela ира немертинга. И вот бессмертно путешествуя из одной жизни. И будама немертинга, келяудама из одного жизни в кита. В другую. Она как кочующие народности все те необходимые или необходимые вещи, которыми они пользовались, курис, наудоюсь, с целью выживания. Там, как изгивенте. Да. Значит, у каждого у вас за спиной находится груз вашей прошлости, который имеет отношение не к вашему физическому телу, а к вашему абсолютно никем непонятному духовному телу, но
dvasinio pasaulio, как всем известному, pasaulio, существующему. Bet, kaip visi žino, jis kaip toks egzistuoja. Todėl visi tie sunkumai, komplikacijos, kurias jūs atsinešėte iš praeitų gyvenimų, взяли с собой, они и формируют физическое тело. Физическое тело. Да. К этому относятся также еще генетические, передачи от ваших родителей, которые такую же судьбу имели, имеют, как и вы. Арба турит та пати ликима, как и вы. С одной жизни, с другой. С одной жизни, с другой. Перекачиваются проблемы из одного сосуда в другой сосуд. Persiduodat problemos iš vieno sąnario į kitą sąnarį. И каждый раз, когда формируется новое тело, ir kiekvieną kartą, kai formuojasi naujas kūnas, jis formuojasi pagal tą programą, kuri yra užduota, vadinama gyvenimo matrica. Каждого существа. O ją turi kiekvienas gyvas organizmas savo. Духовное выравнивание. Духовное выравнивание. И действует как раз ir veikia, да, на почве вашей прошлости. Veikia būtent jūsų praeitį. Не одна, а visas, visas praeitis. С тем, чтобы ваше будущее там, kad jūsų ateitis, не должно было повторяться, как повторялись ваши прошлые. Kad jūsų ateityje nesikartotų tas, kas kartojasi praeityje. Как я объяснил, kaip jau со смещения головы смещаются плечи, смещаются плечи, смещаются таз, и поэтому видно, todėl, одна нога длиннее, одна нога короче. Коя, ilgesnė, kita. Тут два снимка, один показывает состояние перед целением, второй показывает состояние после целения. Prieš gydymą ir без прикосновения gydymo, be prisilietimo prie kūno. С помощью божественной закономерности tiktai dieviško dėsningumo pagalba тело. Ištiesinamas kūnas. Тело управляется по этапам. И kūnas ištiesinamas этапais. Это в духовном мире. Visų pirma, yra ištiesinama dvasiniame pasaulyje. Jūsų ateitė praeitis. Вы имеете космическое временное тело. Nes jūs turite laikiną косminį кūną. Которое отражается ваша аура. Что такое аура? Atsispindi jūsų aura. Kas yra aura, jūs žinote. Tai yra jūsų vidinis spinduliavimas. Ką jūs skleidžiate į visas puses aplink save. И потом люди чувствуют, o tada žmonės pajunta. Один миг, он быстрее, чем одна секунда. Vienas akimirksnis yra greičiau, yra trumpesnis nei sekunda. Математически это paskaičiavus, tai būtų viena sekundės, 1/18 sekundės. Вот так быстренько и восстанавливается порядок. Taip greitai ir atstatoma tvarka. Да. У взрослых выглядит так. Pas suaugusių žmonės tai atrodo šitaip. Почти 40 градусов смещенной лопатки. 40% как мужчина пришел к нам после, как он говорил, неудачной операции на позвоночнике. И вирішки сатьё по неповікусьос операціос, я ему пора уступора. Боли были у него. Скосми было нешмонишки. Не вытерпеть. И вот ему поставили капельницу с морфием. Я нетги статы системас лашило. Существовал. Ir leido nuskausminančius, kad jis iš vis galėtų tai pernešti. Todėl, kad nervai buvo užspausti, jis negalėjo eiti dideliais žingsniais, jis vaikščiojo smulkiais žingsniukais ir labai sudėtingai. Nei atsisėsti, nei atsistotis, be skausmų negalėjo. Kaip žinoti, griežant skausmas. Tai va čia. После выравнивания начали тело покидать. Секундес скосмой пройдею мажете. Как видите здесь? После выравнивания. После выравнивания. Здесь 2 сантиметра. 2 сантиметра скрытомас было кою ильга. Порядок восстановился. Тварка была отстатита. Человек благодарный. Шмогус дякингас. Вот это все те, которые проходят этот этап, они благодарны за такое называемое чудо. Жмонес радиакингушка, вадинамо стебукла, курис и вейко.
Dėkavo čiūdą, dėlės yra realinės. Mums tai yra realybė. Nu, mums šiandien radė. Bet mes vis tiek labai džiaugiamės. Liūdė blagadarnai. Kai žmonės jaučia dėkingumą. Da. Mums šiandien, što, sopstina, nesijaužia tak blagadarnai, kaip panačialo. Galima sakyti, gal visi znaet, ne visi jau ir tokie dėkingi, kaip pradžioje. Nes žino, kad vis tiek bus gerai, kad pasiseks jau beveik priima tai kaip realybė, kaip da. Įprastą dalyką. Prichodim, raunim, suhodim, ateinam, ištiesnam, išeinam. Dievuška, 15 let. Mergaitė, 15 metų. Skalios. Jie buvo nustatytas skaliozė. Nevraždionai. Neįgimta skaliozė. Ji pradėjo vystytis jai 12 metų. 14 let. Ir kai buvo 14 metų, jai buvo paskirtas nešioti korsetas, koreguojantis laikyseną, bet jis daugiau trukdė jos judesi, varžė judesius, negu padėjo. 4,5 cm. 4,5 cm buvo kojų ilgio skirtumas, reiškia tiek neteisingiau buvo dubens padėtis ir neprisiliečiant prie kūno, viskas buvo ištiesinta. Lytsi, kaip prosti. Kaip matote, kaip paprasta ir lengva. Вот поэтому я и посещаю вместе с моей женой те страны, куда нас духовный мир посылает. Мы не напрашивали сюда, да, ни в гости, ни по делу, как Вайва сказала, она посетила с группой литовцев, меня в Германии. Убедились на собственном теле, savimi, что происходит после выравнивания. Kas и как вот это и вот восторге, с энтузиазмом. Она организовала первую встречу. С энтузиазмом она и организовала первую встречу. Отзыв был превосходный. И люди запрашивают нас и дальше. И жмонес клаусе и толёв. Но мы не можем сами кочуя по странам охватить келяудови по пусе пасауля, обимти виса пасауля. Несмотря на то, что моя возможность не исчерпана на том, что я одного уравнивания, когда ищтесну вена по кито, я имею способность и 100 человек в одну секунду выровнять, и 100 жмоню вену и пуштесну, тысячи, и тукстанчус. Я раньше делал групповые выравнивания. Аж раньше дарил и группенюс ищтесну. По 250 человек. По 250 жмоню. В одном помещении. Толпой. Поэтому я приглашаю интересующихся. Тодел квечу бестидовичус. Пройти курсы, семинары у нас. Ирги пройти усмокимус, усу семинарус. Конечно, если у вас есть сердце и интерес. И женой турите сердирсу ситуамейма там. Литовцам помогать. Подеты. Ир китем. Если хотите даже латышам. Своего крашту жмонем, ой, дори, или латвам, сорестам. Или даже можете приехать в Германию. Да, не тревогите, я тоже. Да, значит, духовное исцеление, оно уже yra... выполняется профессионально. Дарумас профессионалей. Если раньше было запрещено, Его кщу, ты было то Германия, допустим, в году 2004 Vokietijoje 2004 metais provazlašino vyriausybės nutarimu buvo paskelbta, kad kiekvienas turintis gebėjimą gydyti gali tai daryti ir oficialiai kaip gydūnas ar gydulis. Žodžiu, tai, kas buvo anksčiau vadinama tik alternatyvąją mediciną, tapo ir oficialių dalykų. Todėl domėkitės, ypač jauni žmonės, arba kad ir tie, kurie jau pensijoje, ir pensininkai gali gydyti. O ką jiems veikti? Так, посмотрите, пожалуйста, здесь еще раз. 3 метра. Dar kartą pažiūrėkite, 3 cm menčių aukščio skirtumas. По ištiesinimo mentės viename aukštyje ir kojų ilgio skirtumas irgi buvo 4 cm. Čia nepadės tempti ilgą koją ar stumti į kūną. Ilgąją koją
настолько сильные. Нес įtampos organizme yra tokios didelės, kad pabandę rankomis manualiai tai ištempti, jie vis tiek grįžta į savo prastinę vietą. Без прикосновения. Be prisilietimo. И так, что люди даже не чувствуют. Ir taip, kad kai kurie žmonės net ir nepajaučia. Происходит движение в целом. Kaip tas judėjimas kūne vyksta. Это выравнивание. Žmogus išsitiesina ir išsitiesina visam. На вечно. Visam laikui. Да. И даже на будущую жизнь. Ir į būsimus gyvenimus. Поэтому мы пользуясь духовной милостью. Todėl mes naudodamiesi пользуясь духовной милостью. Дивишкая малоля. Через нас действует. Kuri veikia per mus. Производим выравнивание. Mes darome tiesinimus. На зародыше. Ir dar negimusiems kūdikiams. С тем, чтобы новорожденные дети. Там, kad jie gimtų. Появились ровненькими, симметрично развитыми, симметрически. Да. И еще больше. Ir dar daugiau. Такие выровненные дети. Tokie ištiesinti vaikai. Себе, jie savyje turi jau новую информацию. Naują информацию. Ir tos informacijos pagalba. Когда они будут взрослые. Kai jie užaugs. Будут создавать новые семьи. Ir sukurs savo šeimas. Собственных детей. Kai gims jų vaikai. Новые дети. Tie vaikai носит в себе информацию, su ta nauja informacija, которая дана была их родителям. Su ta, kurią mus davė jų tėvai. Развивается новая раса людей. Tie vaikai gims kiti, kaip ir naujos rasės žmonės. Особенно культура. Tai nėra traktuojama kaip ypatinga kultūra. Tiesiog. Все люди, все народы мира, они относятся к одной общей культуре. Tautos priklauso vienai bendrai kultūrai. Солнце. Tai yra saulės kultūra. Вы все солнечные создания. Visi esate saulės sutvėrimai. Есть солнечное излучение. Ir kiekvienas iš jūsų turite saulės spinduliavimą. Ypatingai tai matyt, kai jūs džiaugiatės. Видите, радуйся. Džiaugtis. Это название солнце. Čia žodžių žaismas, kurį lietuvių kalba neišėtų išversti, nepaaiškinus papildomai. Dievas yra iš Egipto kultūros yra saulės dievas. Reiškia, jeigu kalbėti apie rusų kalbą, iš žodžio džiaugtis, arabėtis, jis jau veda sąsajas su dievu yra. O lietuviai irgi meldėsi saulėj, atnašavo saulėj, kvietė ją. Ura! Sakykim taip. Ar mes taip šaukiam, aš nežinau. Vėl abisnėl pra mladensov. Aiškinau apie naujagimus. O stėmi, kuriuo už praoperirovani. O ką daryti? Tiem žmonėm, kurie yra jau operuoti. Pozvonočnik zacementirovani. Tiem, kurių stuburas jau yra tvirtintas, cementuotas. Tas abiotamam sustavė. Arba kurie turi dirbtinį klubo sąnarį. Pastaronį element. Turi svetimkūnį. Pavyzdžiui, titanas paprastai tai būna. Помогает тогда тоже духовное выравнивание. Или двасинис. Это был вопрос или? Ар падеда двасинис ištiesinimas. И сразу отвечаю. Ir to pačiu atsakau. Естественно. Žinoma. Да. Особенно таким людей обязательно рекомендуется, если вы такие знаете, reikėtų, чтобы они посетили такое собрание. Apsilankytų tokiame susitikime. С Божьей помощью. Ir nuspręstų Dievo pagalba. Išspręstų Dievo pagalbą savo problemas. Da. Liūdė nedažnai stradati. Neturi žmonės kentėti. Dar tie, kurie s rождения imėjo. Net tie, kurie nuo dušėvnų, gimimo turi ir dvasinių, ir sielos, ir fizinių negalių ar sukretimų. Тоже получают помощь. Ir jiems yra padedama. Вчера был такой ребенок у нас. Vakar turėjome vaiką. Он находится умственно, духовно. Jis yra gretimame pasaulyje savo intelektų, savo protų, jis nesuprato, kas su juo vyko. Visas kūnas sukraustytas, spazmuotas. Aš negalėjau ir jo kojų tinkamai išmatuoti, nes jas pastovėjai. Jis buvo su traukuliais, jis negalėjo atsigulti. Atalkėlų rūkį celitėliai.
stumia gidolių rankas nuo savęs. Po ištiesinimo raslabilse. Jis atsipalaidavo, nurimo. O po to mes masyravome galovičku. Po to mes masažavome jam galvą. Bolšiai buvo uspokojai. Ir jis vis labiau rimo. Mats stojit rėdam ir gavit, kakoje čiūdą. Mama stojėdama šiandien sakė, kas per stebuklas. Ja vyžai dalšiai iš jo, univo spastika. Kur čia tas stebuklas, aš matau, kad jis ir toliau dar yra traukuliai. On nikamu nepazvalial iš jo prikasnūtse galavė. O mama pasakė, kad jis niekam dar nėra leidęs prisiliesti prie jo galvos. Ir vdruk, takai davėršimas. O, staiga va toks pastikėjimas. Aiškia, kaip ta obrazą, on prinėl, da pustyjo. Aiškia, kažkokiu būdu jis priėmė tai. Pažaistinant pomašį. Kas buvo dieviška pagalba. Kadalas be, tokoj pustiak. Atrodo tokia smulkmena. Ar nematėlė, eitė, ne pustiak. Mamai tai nebuvo smulkmena. Ana lūčiai znaet svojo ribą. Nes jį geriau žino savo vaiką. Eitė, znači, takom buvo, pri takom slučiai, tožia, prekazovaisa. Reiškia, ir tokiais, kaip mes sakom, kartais saugesniais atvejais, irgi žmogus patiria tą dvasinį ištiesinimą ir pakitimus pajaučia. Vodai vai nabliudaisi. Taip ir jūs stebėkite. Vremenė, kokie iš jų izmenėnė, kokie izmenėnė, fizinių pakeitimų, kuriuos šiandieną patirsite akivaizdžiai, kurie vyks, stebėkite ir toliau, kas keisis. Tak, jis vaprosai? Ar turite klausimų? Я просто хочу вам сообщить некоторые данные. Dar pora skaičių, kai kurios duomenys norėčiau pranešti. Pirmąjį количество оперирующихся на позвоночнике статистические данные, скажите, официальная статистика Вокетио per paskutinius 5 metus возросло. Išaugo dvigubai operacijų skaičius. Было оперировано в год в Германии. Сколько лет назад? В год. 5 лет назад. Jeigu prieš 5 metus, pavyzdžiui, į metus Vokietijoje operuodavo stuburą apie 160 tūkstančių žmonių. По исчислению последние годы возросло до 240 тысяч. Išaugo iki 240 тысяч. 3-4 месяца назад Берлинская радио. Prieš 3-4 mėnesius Berlyno radijas. Jeigu kartoja žinias, kad zavada. Buvo pranešama, kad более 2500 человек. Kad virš 2500 žmonių операции врачей. Apkaltino gydytojų darbą. Подали жалобы Верховный суд. Ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Kad operacijos buvo neudačnės. Kad operacijos nepavyko. И вот ответственные за медицину. О, цакинги асменис. Он объяснил, почему происходят такие ошибки. Причина в неправильном постановлении диагноза. Это было его извинение. Где же в большинстве допускаются ошибки? Ошибки допускаются в большинстве при операции коленных и тазобедренных суставов. Dubens sąnarių operacijoms. Da. Поэтому люди более открываются. Todėl žmonės vis labiau atsiveria. Новой методики, которая через меня во многих государствах kuris iš manęs принимается per mane jau yra priimamas daugelyje valstybių ir sėkmingai plinta. Потому что я обучаю. Nes aš mokau. Aš su savo žmona. Мы поднимаем людей. Как я учителя в школе, с первого класса до... Мокоме, как и мокоте мокиклы, но до вас классис, степени. Ики аукшауса лайфсна. И вот те ученики, которые рядом стояли со мной, вот те мокини, они презентируют, презентируют не только нашу школу, не только мусу мокикла, они презентируют и собственное достоинство. Я отставауя и сово. Они себя, воспитали. Себя дисциплинировали, патис, дисциплинировали, вистя до лавимо, и лавино, как калету, что-то мы тарнаут уже молемся. Но странные люди еще.
Žmonės dar keistoki. Kada jie prigliadavosi, kaip jie dažnai ugavarivati ljudžiai. Kai aš stebiu, kaip jie turi įkalbinėti žmonės. Litovskai muzikėje. Jūsų pačių kalba. O dabar aš jums pamagu. Leiskite, aš jums padėsiu. Jau padėsiu. Aš moku. Da. Aš galiu. Žmonės dar laikosi tokios distancijos, dar nelabai. Nežinau, deberiat, nedeberiat. Gal nepasitikė, nežinau. Į hočiatsą. Lik ir norėtųsi. Išėjau. Да, сдержанные. Давай. Поэтому я вас прошу, будьте любезны. Давай, откройте идите, сегодня им. Да, почувствуйте энергетику. Отсверките, поискайте эту энергию. Тогда будете знать, на кого вы можете положиться. Тогда знаете, на кого можно посетикеть. Потому что каждый член вашей семьи. Kiekvienas jūsų šeimos narys, jūsų vaikai, jūsų anūkai būtinai turi praeiti dvasinio ištiesinimo kursą. Tiem, budušėm, tam, kad ateityje nereikėtų operuotis. Dabar parodysiu, kaip dvasinis ištiesinimas vyksta. Впечатление. Там, kad jūs susidarytumėte įspūdį. Для тех, которые еще скептически относятся. Для тех, kurie dar nelabai su pasitikėjimu tai žiūri, gal skeptiškai. Что то, что kad происходит, kad tai, kas vyksta. От постановления духовного общества. Vyksta iš dvasinės bendruomenės dėsningumo. Существует. O tokia bendruomenė egzistuoja. Ну, сейчас я посмотрю, кого я могу выбрать Через из вас. Galėčiau, iš jūsų pasirinkti. Как вы себя чувствуете? Как jaučiatės? Болит. Болит здесь. Ну, вставайте. Подойдите. Я, конечно, мог бы идти дальше. Galėčiau ir toliau eiti, tik kad čia. Я взял, кто поближе. Ačiū, kas arčiau. Встаньте, пожалуйста, здесь. Мы должны сначала измерить комнату, куда лучше поставить женщину. Че дел планировать, рейка там где кроме этого стоять, как вы могли бы видеть экран. Сотрудника. Приглядывая с ней, можно уже увидеть, что у нее одна ширина. У него ширина, если смотрите на молнию, здесь видно ширина плеча. Įsižiūrėjus į moterį, galite pastebėti, plečia, kad vienas petys yra platesnis nei kitas, kad viena kūno pusė yra platesnė da? Už kitą. Ar matote? Не видно? Я не буду здесь никак мерять. Я достаточно и одного взгляда. Одно плечо выше, другое ниже. Vienas petys aukštesnis, kitas žemesnis. Так, повернитесь на спиной. Atsisukite nugarą į ekraną. Головочку поднимите. Что вам видно? Видно, что волосы у него косо. Matote, kad ir plaukai stružai. Ar matote? Да. Тут длиннее. Тут короче. Viena видно? Ilgesnė, kita trumpesnė. Видно? Ну скажите, да, нам видно. Да, да. Саките, да. Нам матуть. Конечно. Да. Но это не потому, что тот, который там делал. Не кирпею склыда. Да, потому что у него голова смещенная. Тесок, голова не тайсиклингой. Написано не тайсиклингой. Да, прикасаюсь к лопаткам. Лезного смертес. Правая, левая лопаточка. Кайря, дешня. Она чувствует мое прикосновение. Я чувствуете? Я учитываю, как моментами слыком пиштус. Да. Да, да. Выше. Viena žemesnė, kita aukštesnė mentė. Prikasavęs linijai. Ir dėdamas po mentė. Čustuojasi linijaičko. Jaučiate linijuotę po mentė. Įtika razinca. Možno sravinant su eti paloskai. Galima iš to jos dalelytinti. Da. Prikasavęs palcimi pozvankam. Vendant pirštais per stuburą. Možno čustuojasi. Если позвоночник скреблен, у нее позвоночник ровный. Поюсти, ар криво стубурас, стубурас пазя тесус. Не у каждого позвоночник кривой. Бет,
не пас кіквіна yra pats stuburas kreivas. Ir nezavisimas от того. Ir nepriklausomai nuo to. Jeigu позвоночник iškrivlionai или ровный. Stuburas kreivas ar tiesus. Возникновение болей. Ligos atsiranda. Странно. Мы наблюдаем, что у нас люди, у которых ровный позвоночник, они больше страдают, чем те, у которых позвоночник искривлённый. Я прикасаюсь сейчас линеечкой, накладываю, прессую линейки бёдрам тесно. Можно наблюдать, jūs matote, kad что расстояние между линейками и ногами, оно не одинаковое, потому что таз смещен. Ну, сейчас, пожалуйста, подойдите к этой лежанке, снимите вашу обувь. Снимите батукус. Вот посмотрите, всем видно. Tai labai nepatogu sėdėti visiems nepatogu. Išeinu jūs tą, nesulenkite. Для того, чтобы яснее было, отчетливее видно, matoma, я рисую полоски на ступнях, кулну, на косточках. Ir ant čiurnos kauliukų. Видно, косточки смещенные, пятки смещенные. Skirtumas. Эта полосочка šita juostelė показывает нам состояние теперь, падеть и дабар, а нам нужно, чтобы эта полоска соединилась с этой полоской. В данный момент оно далеко друг от друга. Каждый будет фотографироваться. Фотографии, документы для вас. Tai bus jums prisiminimui dokumentuota, kaip buvo ir kaip jūs sėdite, kaip save jaučiate. Как бы? Удобно, неудобно? Неудобно. Видите, женщине неудобно сидеть. Да. Непотопно сидеть. Ложитесь. Когда она легла, нога так и осталась короткая. И чувствуется напряжение у нее. Я участвую там покоялся. Нога, видно? Вот сейчас, я отойду в сторону. Набарыш, отстраусь шона. С расстояния, да, руководиться духовное уравнивание. Набар, шона. Как быстро? Аж дару два снижения, но ты увидел, как грейты. Видно? Матате. Рита? Поднимите головку, посмотрите в зеркало. Видно? Да. Сейчас мы еще раз фотографируем. И фотографируем dar kartą по ištiesinimu и abi nuotraukas gausite с информационного лапа. Какие отъедете и какие išeisite. Сейчас садитесь. Китайп сиджу. Что? Китайп сиджу. По-другому сижу уже. Слышали? Я даже ее не спросил ничего. Она сама сказала, как быстро чувствовать на перемену, изменения. Легче, да? Легче. Что легче? Где легче? Здесь легче. Здесь дубени легче, и там легче. Поздравляю вас. Спасибо. Так, мы еще раз встанете, да? Померяем. Да, как-то отстопите перед вас. Собрал сейчас спинкой. Поднимите головочку. Как сейчас? Одинаково? Немножко лучше. Знаете, почему не совсем ровно? Вы должны парикмахера тоже послать в выравнивание. Решки.
Так, когда я прикасаюсь сейчас лопаточкам, смотрите, левая и правая сторона, видите, параллельно, параллельно полоски на плове. И на руку рашты, на параллели менчу лиги. И женщина чувствует прикосновение. Я учатая, да, как пойти, я учу, я как говорю. Кадлинюати, я помянемся. Она чувствует, что на тапке начали лежать. Она чувствует, да. Так, позвоночник был ровный. Так, Разбуга тесос. Сейчас я заново прикасаюсь. Добар вил десне. Лингуатес прие дуберус. И обратите внимание, расстояние. Добар отступас обеюся пусесе, тарп лингуатес и кой, ура. Вилодас. Я учатая, когда пусес вилодас паучи. Вот так. Вы получаете от нас еще на память. Браслетик. Это не просто силиконный браслет. Не силиконный, он нами программированный. С тем, чтобы у вас идету, мы вам желаем была удача в каждом хорошем деле. Чтобы были радостные. Счастливы. Лайминги. И каждое утро просыпаясь, подтягиваясь, говорили, ура, я живу, мне хорошо. Спасибо. Но мы еще не закончили. Да. То, что сейчас вы наглядно видели, это, я скажу, один этап выравнивания. Да? После выравнивания занимаемся насыщением жизненной, божественной, космической энергии клетки головного мозга. Прикасаемся к голове. Прикасаемся с тем, чтобы накопившиеся впечатления с детства в ваших глазах visa tai, да, kas yra jūsų akise, не давили. Kad tai jūsų nebespausų. Понимаете? Suprantate? Поняли вы по-литовски? А лятушки по по-русски? Русский супрато? Да. Потому что никто, никто из нас не может присутствовать negali при ваших дальнейших dalyvauti jūsų tolimesnėme gyvenime, tolimesnėse veiksmuose, kad kaip angelai sargai apsaugoti, чтобы не было новых, kad nebūtų naujų nemalonumų, неприятных событий, kad nebūtų nemalonių įvykių gyvenime. Net ir malonus įvykiai irgi dirgina. Да. Есть такая поговорка. Yra toks человек смеется до упада. Žmogus juokiasi iki nukritimo. Да. А как раз смех – это самая лучшая терапия. Juokas, be kita ko, yra pati geriausia terapija. Потому что если люди улыбаются, только улыбаются, nes vien šypsodamiesi у них начинают активироваться где-то 17-18 мускул. Apie 17-18 atskirų raumenų. Да. Когда они смеются, хохочут, то где-то 80 мускул приходит в движение. Поэтому, наблюдая детей, можете представить, vaikus, galite maždaug įsivaizduoti, в каком движении их мускулы. Ребенок, raumenis. Это высчитано, в течение kūdikis, дня хохочет бегия, до 300 раз. Iki 300 kartų. Поэтому не удивляйтесь, если Иисус Христос сказал, люди, будьте как дети. Жмонės, būkite, он, вероятно, имел в виду. Смеяться до упада. Juokitės iki nukritimo. Да. Вопросы? Ar turite klausimų? Да. А. Да. Мы еще дойдем до этого. Я рекомендую, я спрашиваю, pas mus ateina ir sportininkai, aš rekomenduoju ir jauniem žmonėm, tiem, kurie žaidžia futbolą, ir kurie nuo bėgiojimo, nuo lakstymo turi irgi
turi irgi bėdų jo smegenyje. Jie bėgdami bėga, mina labiau viena koja nei kita. Sportuojate? Раньше. Ну и как было раньше? Kaip buvo anksčiau? Gerai. Было по-всякому. Было по-всякому, видите. А сегодня больше не делаете спорт? Профессионально нет. Физкультурный, да. Профессионально не без спорта. Как раз после выравнивания чувствуют себя и спортсмены намного-много свободнее. Свободнее в том, что таз выровнянный. Нес дубой yra vietoje. Nagruska idėt. Ravnomerno. Bėgant, krūvis pasidalina vienodai abiem pusėm. Это спортсмены. Ты спортивный. А как же бабушки, дедушки? O kaip močiutėm ir которые бегать больше не могут. Kurie nebepabėga. Которые имеют тяжелый вес. Kurie, kaip kurie turi ir didelį svorį. Что же можно с ними делать? Какую зарядку? Ką jiems daryti? Никакую зарядку. Если вы поставили, это уже достижение. Его поднять кое от кедес, то его уже посекима. Опустить, снова поднять. Даже если не идет само руками помочь. Не шейно, скажите, вот сейчас усустить, просто нягали. Поставить. Уждете. Поднять руками. И отдыхать. И постоять. Отдыхать с тем, чтобы привыкнуть, что сейчас расслабляется мускул, расслабляется расслабляется. Это уже достижение. Ты его посекивас. Потом другая нога. И такое. Достигли это. Прикасайтесь рукой. А то вы уже присылите его, бандите. Когда вы так делаете, у вас идет поворот в сторону. Сукитесь в шонус. И растяжение. И тепимо пратимайся. Если вы посекиете локтем, бандите посекти, как толесный этапас, алкуте. Когда это хорошо усвоил, kai jau tai gerai rukoj, darysite, bandykite pasiekti ranką ir grindis. Svojali, o kai jau tą pasieksite, tada bandykite ir alkūnę grindis pasiekti. Patikėkit įmanoma. Galva mučit krūtis. Galva krūtis tolka at neprivičkė. Nuo neįpratimo, kad galva gali svaigti, tai nereikėtų forsuoti, nereikia pamažu. Вы не наговариваете, что старый человек, старый человек. Он старый настолько, сколько вы его старым делаете. Да? Я знаю старых людей, которые принимают участие еще на марафоне. Вот. Так что вы не говорите глупости. Я не хочу вас обижать. Вы обижаете пожилых людей. Да. Молодые люди, можно сказать, которые не двигаются, сидят перед компьютером с утра до вечера, они старые. А старые не старые, они просто пожилые. А себе? Я просто ленивая. Gal tiesiog tik... С другой стороны то же самое. Да, кита пусть лиги те паты дарите. Те паты стрис этапы. Те, которые много сидят за столом, рекомендуется чаще встать и следующее упражнение сделать с тем, чтобы осанка выровнялась. За спиной складывайте руки очень-очень тесно вместе. Делну апачас тик būtų suspaustos, o ne tik pirštai. Lokti plėčių mėsti, galvų padnėti ir vytegiuosi rūkį do spiny. Žemyn į apačią. Dėlti tako dvižėnį. Ir judesi padarykite, lengvai mojuojantį. Tik galite, vieną, du, tris. Palaikotit. Vici, jūsų vaikinta palaiko. Labai pasikeisit ir pailsinsite nugaros raumenis. Jūs jausitės tiesus. Много времени занимает, и бегать не нужно. Юг, ты долг лыпа не учима, и бегать не река. И сердце не колодится. И сердец. Но чувствуете себя сразу свежими. Так посевчете отцегаве.
Вот, собственно, эти вот пару упражнений. Ты вот только пора протяну. Вы говорите, у кого голова кружится, Jūs, надо не, взять тоже, два стула, спинками поставить к левой и правой стороне, держаться за стулья, делать упражнения. Только спротиву сдарить. Да. Пока не усваивается. Кол, не. А с тем, чтобы голова не кружилась? Нет, сакиките, тренируйтесь почаще в день. Тренируйтесь дажнёй в день. Руки складываются на уровне. Сустите делнус шитып, носес аукшти, аукшти. Жюрите и та тарпа, между большими пальцами, видите? Получилось отверстие туда взглядом. Жюрите пер та тарпа жильксню. И делается одно движение. И сукайте стратом. И остаёте смотреть. И сустоит лекать стою, то ли он стоит жилеты. Тогда голова не Потом, когда освоили, смотрите куда-то вдаль. Kai įprastę daryti tą pratimą, galite ir toliau kažkur žiūrėdami, sustoję, vėl žiūrėkite tarp pirštų. Можно уже Tada jau, kai jau galėsite tai lengvai daryti, galite sukti stratu, ištiestomis rankomis. Potom dva, tri Potom du kartus, tris kartus galima iki begalybės. 108 kartų darau kas rytą ir man galva nesisuka. Privaička. Įpratės. 108. Pačimu 108? Kodėl 108? Nors 108 это в одном народе, который мне нравится, в одной культуре. Vienoje kultūroje, vienos tautos, kuri man labai patinka. Составляет 108 это 108 божественности. Yra gyvybės skaičius. В Индии. У них каждый бог имеет новое свое имя, и, соответственно, так называемая мантра, которую они поют. Вот я 108 раз, я и кручусь. Я часто не соблюдаю 108, делаю 120, 140, 150, а если времени нет, делаю столько, сколько получается. Я делаю в одну сторону, можно и в другую сторону. Галима, и кита пусть отдарите, посекейчат. Хорошо. Еще можно один? Да. У отца моего мужа сросшие сустав. Он да. уже давно это. Саутес куба санарис. Ну, не падеда яу. Ir ne, jau net nerekomenduoja, kadangi suaugęs ir jis sunkiai vaikšto, ar būtų galima kažkiek jam pagelbėti. Aš nerekomenduoju tą operaciją, naverna, izavostras, tai ili zatežas, tai zavostručiai. Tiesiog yra labai susiklostę raumenys, suaugti negali sumarys, jį tik yra suakinė, geležiniai raumenys. Pradėt čudą u nevo, no... Облегчение будет. Negaliu sakyti, kad įvyks stebuklas, bet tikrai palengvės, nes negali sanarys pats suaugti. Допустим, такой случай, подобные случаи, в зависимости, atvejai, в зависимости от прогрессивности, так называемой болезни или расстройства, или непорядка, мы советуем, рекомендуем приходить добавочно. Ir pakartotinai atsilankyti. Если духовное выравнивание, ištiesinimas, оно совершенно навсегда, вишкой, мы даем обещание, карту и что лейку. Те боли, которые мы у вас сняли, они нам постоянно остаются от вас отнятые. Скаусмай, Почему? Лейка, Потому что вы не соблюдаете вашей жизни порядка. Вы не встаете утром рано с тем, что вы делаете гимнастику. Вы не поете песни с тем, чтобы голосовые связки открылись у вас, с тем, чтобы грудь наполнилась радостью. Люди раньше собирались и пели хоровые песни. Мужчины, женщины. Каждый имел свое положение в хоре. Когда они вместе пели, прославляли Бога, божественность, жизнь, Дева, да? гидальма, какая была энергия? Энергия? Целительная. Гиданчо Весь энергия. Мир состоит из Весь звука, из света и любви. Из карсо, да. Поэтому
смотрите, как солнце смотрит, тепло, ясно, да? И разговаривайте разговоры природе. О природе. Ага. Разговоры природы, они сами знаете, как птичка, taip, как paukštelis, да, как водопад, как кроклис. Как цветы разговаривают. Как гелес калба. Значит, вы знаете, что цветы разговаривают? Знаете, как гелес калба? Даже сплетничают. Нет. А вот есть такие исследователи, которые это делают. Они переносят один другому разговоры людей. Вена, Китай, жмоню калбас. Эти измерения, конечно, не словесные. Это жодини шматарки. Энергетические. Энергетические шматарки. Колебания. Энергетические свиравимы. Значит, по организации следующее будет так, что первое... Сакайте с мусу. Мы еще будем делать очистку с вами. Буду потолпос валимас. На вас. Какую очистку? Юсу, жинома. Вы знаете, что мир, в котором мы живем, это мир напряженный энергии. Возьмем электричество. Какая польза есть, энергия, знаете, какой вред, слышали, но не хотите знать. Правда? Таса? Знаете, какой вред, но не хотите слышать о нем. Поэтому мы снимаем напряжение из вас, очищаем не только от электрического расстройства, называется электросмог. Ну, электросмога, Но и также атмосферное загрязнение, радиация в воздухе. И кроме того, все то, что вы пили, кушали, оно тоже привело в вашем организме энергетическое расстройство. А также ваши заботы. Если вы озабочены, что творится с вами? Хаос. Правда? Да. Поэтому над вашей головой обитают такие облака, которые оседают на плечи, которые давят на таз. Сядьте, пожалуйста, так, чтобы ваши ступни были на полу. Moterų paprašysim taip pat ir nuimti nuo kelių savo brangiausią turtą, pasidėti šalia, taip, tam, kad rankos būtų patogiai padėtos ant šlaunų. Mes dabar pripildysime jūs valančiąją energiją. Чтобы ощутить это, мы рекомендуем закрыть на короткое время глаза. Там, как ты герой поюстумете, рекомендуем ушмерть. Только по-честному, глаза закройте и не подглядывайте. И юстите, усмерьте. Усмерьте. Да? Раз, два, три, глазки закрыли. Мы начинаем. Усмерьте, да? Мужчина, там, с галстуком, глаза закройте, я все вижу. А сейчас кому-то. Мы начинаем. Вы чувствуете прикосновение? Я учу это прислетима. Над головой, в голове. Вирш головой, с головой. Затылок, плечи, грудь. Покаушис, печей, крутиня сласта. Энергия прикасается ко всем железам. Энергия лечит весь ваш кунно аукас. Кровяные сосуды. Кровь открывается.
почки, печень. Inkstai, kepenys. Закончили. Mes baigėme. Потихонечку. Pamažu galite atsiverkti. Galite pajudėti. Kaip jaučiatės? Kokie pojūčiai buvo? Kas buvo gerai? Облегчение. Лего посидали. А что было у вас? У Касиус было капаю туда. Легко? Лака. Дабы йока сдохли. Смешно было очень. А смешно? Я вижу, что вы смеялись. Может быть, вспомнили какой-то анекдот? Галка, может, присоединяйте такой. Высокий еще ее йока. Просто было смешно. Значит, как вы сейчас прочувствовали? Освобождение. Tai ką jūs dabar pajutote, išsivadavimą, toks u vas doma. Išvadavimas, išvalymas reikalingas ir pas jūs namie, ten, kur jūs dirbate, nes visur yra ir elektros laidai, ir elektros instaliacijai, televizoriai, kompiuteriai, mobiliniai telefonai, mobilūs telefonai, automobiliai. Vam dalniešiai mogu pamoči, tiem, štabai создать хорошую атмосферу, возможно, работе наши ученики, обратитесь к ним, они вам объяснят, что нужно для этого сделать. Не пускайте эту возможность. Не пропускайте такую возможность.